упомянуть, что это такой момент, он бывает нелегким. И вот это вот чувство одиночества мне всегда было знакомо, и всегда оно меня ранило. Я очень поздно не ребенок, я родилась, когда маме было 37 лет. Она была художницей, она была очень импозантная на некоторых фотографиях, такая худощавая гордячка, каких-то модных совершенно пальто. То есть она так как-то очень свободолюбива и асоциально всегда была настроена. То впоследствии, конечно же, сыграла с ней шутку. Но это вот то, что я о ней помню. О папе я знаю там, три факта. Его звали Юра, у него были голубые глаза, и он работал на космическом полигоне, он был физико-математиком. Однажды мы с ним встречались, когда мне было около 5 лет. Мама мне сказала: «Катя, сейчас мы едем к дяде, которого тоже, как этого папу, зовут Юра, и у него тоже голубые глаза». На что я резонно подумала, что ну раз этот дядя тоже как папа, а не папа, то мне, в общем-то, от него ничего не надо. И я занималась своим любимым делом – ковырянием цветочков на обочине. А потом, когда мы уже уехали, мама мне говорит: «Катя, а что ж ты не подошла?» На что я очень обиженно, но резонно заметила, что: «Мама, ну ты же сказала, что этот дядя как папа, что это не папа, это как папа». Это вся информация о папе.